Всем привет! Сегодня я запекаю рыбку. У меня сегодня рыбка бротала. Я ее помыла и нарезала вот на такие порционные кусочки. Берем формочку. На дно формочки я выкладываю лук. Он даст аромат рыбки, придаст сочность. Берем болгарский перец. И пока отставляем в сторонку. Берем тарелочку, берем горчицу французскую, берем обычную горчицу, пол чайной ложечки, пол чайной ложечки яблочного уксуса или винного, одну чайную ложку растительного масла, соль и перец по вкусу. И все это перемешиваем. Берем рыбку и вот так вот прям со всех сторон покрываем ее этим маринадом. Можно добавить сок лимона, соевый соус при желании. И вот в таком виде оставить рыбку на 10-15 минут. Рыбка промариновалась, и теперь выкладываем рыбку поверх овощей. И осталось только присыпать сыром. При желании вы можете взять майонез и смазать рыбку майонезом. Если у вас нет посуды для запекания, все это можно сделать в фольге. И в таком виде рыбка будет готовиться при температуре 180 градусов 40-45 минут. Вот такая рыбка получается. Очень-очень вкусная, ароматная. Обязательно попробуйте приготовить. На этом у меня все. С вами была Светлана. Всем приятного аппетита. Пока-пока.